Ого, сколько тут бравлеров! Они еще и такие огромные! Стоп, тут, кажется, кого-то не хватает. Савчик? Савчик! А вот теперь хватает! Ну все, короче, я погнал копаться. Стой! Савчик, стой! Куда ты погнал? Что такое? Погоди, что происходит? Так-то мы в мире кубов! Здесь надо искать бравлеров в ящиках! Что? Каких бравлеров в ящиках? Вот этих, что ли? Да, их самих. А они что, здесь под землей? Ну да. А где искать? Ты вот туда посмотри. Вот туда? Ага, и чё, да. и чё? Ящики, видишь? Вижу. Вот их искать и надо, там и находятся наши бравлеры. Ага, все, понял, Савчик. А, погоди, стой, ты мне дай кирку-то хотя бы. Ага, спасибо за кирку, Савчик. Ага, ну все, давай, пока. Стой, куда ты снова-то пошел-то, подожди. Ну так искать все. Так куда искать-то? А потом-то что делать с этими бравлерами, а? Ну, в смысле? Находить всех бравлеров? Кто больше всех и быстрее нашел, тот и выиграл. Я тогда пошел искать. А потом мы их туда все поставим, мы посмотрим, кто все-таки выиграл. Я по-любому выиграю, Савчик, это 100%, ну ты же понимаешь это. Давай, так, мои все мегаящики, я забил все мегаящики. О, сразу два ящика нашел, вот это я понимаю. Ты что, офигел? А тут не бравлер, тут бомбы какие-то, гранаты, зачем мне это? Хотя, слушайте, а вот этот шлем я, пожалуй, надену, а чё бы нет? Ха, броня же, она все-таки броня. Офигеть, нафига мне эта броня? Найди всех бравлеров, челлендж. Именно такой ролик мы сегодня вместе с Савчиком снимаем. Да, мегаящик сразу же. Эль Примо! Ты мегаящик нашел сразу же? Да, Эль Примо забираем. Такс, и еще зельку силы. Ну, то есть гаджет. Ну, Эль Примо же гаджет, мы можем его вот так вот взять. Юзануть его. Офигевший, а? Так, все, у меня Эль Примо есть, считай, я уже один шаг плюс, так скажем, к победе. Я в самый низ решил копнуть, буду самый низ подниматься. У нас 12 бравлеров. Второй бравлер! Это Барли! Да ты офигел! Так, подождите, я должен надеть Эль Примо. О, мегаящик! Мегаящик, Савчик, да как так-то? Тебе сразу после меня повезло, нифига себе. Так, еще большой ящик. Возьмем пистолет из большого ящика. Я думаю так, что я по-любому победю, потому что... Да ну нафиг, как? В смысле, такое бывает? Убей, штанишек нету здесь. Не знаю, бывает такое или нет, но бывает такое, что я нашел Мортиса сейчас еще. Да ну нафиг! Ребята, у нас 12 бравлеров. Ровно 12 бравлеров нам нужно найти разных всяких. Да каким образом? Значит, я буду раскапывать вокруг этого ящика. Слишком много лайков поставили на этот ролик. Иначе я не знаю, как это объяснить. Я нашел Макс. Савчик, каким образом? Как? Вот как ты мне скажи, каким образом? Как мне так везет? Скорость забираем. Ты читер! Вот и все. Да почему читер-то? Я не читерю, ребята. Вы же смотрите мой ролик. Я не читер, реально. Редстоуновое яблоко? Что? Погодите, у меня есть очень классная штука под названием Эндер сундук, который мы поставим и сюда... Погодите, я кое-что придумал, мы сюда скинем. Что ты там придумал? Вот ну-ка, быстро говори. Потом скинем сюда Барли. Большой ящик. И что там в большом ящике, Савчик? Да фигня какая-то, это броня не нормальная. Я так и знал, большие ящики реально отстойные какие-то. Мортиса, Эль Примо. Итого я нашел уже 1, 2, 3, 4 бравлера. Обалдеть. Мне, пожалуйста, Владус, ты офигел или да? Нет. Офигевшего ответ! Так, я надеваю Макс, и теперь она мне дает спешку. Это... Я дурак, я эндер-сундук разломал чем-то непонятным, мне обсидиан выпал просто. А его что, нужно на шелковое касание, что ли, ломать кирки? Ну ничего страшного, эндер-сундук это не такая проблема. Его можно найти, так скажем, его можно восстановить, мои бравлеры никуда не исчезли, ничего, все нормально. Мега-ящик! А я эндер-сундук нашел, прикинь, Савчик, вообще невероятным образом. Да ну нафиг! Да ну нафиг, Савчик, тэпайся, я нашел данж какой-то, вау, какой он богатый, причем, ух ты, ёк-макарёк, шарик Спайка, это очень мощная штука. Ух ты ж, ёк-макарёк, я шаг-мясорог. Так, кирка Карла, ей можно бросаться, сюрикен Леона, его можно бросать, ну-ка, давай, чекнем, о, я ж говорю, кирка Карла работает, так, сюрикен Леона, оба, ладно, все, Савчик, хочешь, бери что угодно. Но шарик Спайка это самая мощная штука. Киркой Карла можно ломать? Ой, что-то она стрёмная. Моя лучше. О, смотрите, гемы, кристаллы выпадают. Просто вай. Так, ладно, я пошел копаться дальше. Я тоже пошел. Опа.
Большой ящик, но из больших ящиков реально фигня какая-то падает. Почему мне из больших ящиков ни разу еще не выпал бравлер? Я вот этого вообще не понимаю. Так, погоди, у тебя сколько уже ящиков и бравлеров? У меня тактика галактика. У меня где-то 5 бравлеров или 4 бравлера. Ну, короче, я тебя опережаю, Савчик. Я пока что выигрываю, так что это. Нет, я делаю, что я выиграю. Так что это все зависит от лайкосов, понимаешь? Чем больше лайков, тем я ближе к выигрышу. Так что вот так вот. Ладно, у меня вообще какая-то. Мегаящик! Блин, да как так-то? Походу лайки в твою сторону начали действовать, нифига себе. Короче, я решил вокруг данжа обкопать всю территорию. Я думаю, что вокруг данжа по-любому есть еще ящики. Ну вот 100% тос, понимаешь, Сашик? И знаешь, кто мне выпал? 100%. Кто? Красный Барли. О, блин, а у меня он тоже был. А, не, у меня обычный Барли был. А вот красный мне еще не удалось, так скажем, красного Барли найти. Ну ничего страшного, ничего. Все еще, так скажем, впереди. Да я еще всех обыграю, просто, переиграю и выиграю. Короче, что-то тут около данжа вообще ничего нету, поэтому идем в какую-нибудь другую сторону. Мне нужен бравлер, мне нужен. Что-то как-то сначала заметили, да, повезло. О! Подожди. Не, я тут был уже. Блин, я выкопался в свою же территорию. Тут я уже все облутал. Ладно, будем тогда дальше где-то рядом копаться, потому что очень удачная территория. Я считаю, что здесь должно вот прям сокровище находиться. Здесь по-любому мы найдем мегаящик, а там будет сразу 500 штук бравлеров. Это Ванус, вообще ты прям... же понимаешь, что я тебя уже догонять начинаю? Да как догонять-то? Сколько вот у тебя бравлеров? Раз, два, три. Три бравлера? Да ну нафиг, да не может быть, Савчик. Да как так-то? Если что, у меня Макс надет. Про Макс мы не забиваем. Оно у него, кстати, офигенный скин. Вообще просто офигенно. И где все ящики? Ребята, я что-то не понимаю прикола. Мне сначала очень крупно повезло. Потом я нашел данж. Потом я вообще потерялся. О, эндер-сундук. Савчик, а тут твой эндер-сундук стоит. Правда, это мой эндер-сундук. Ну, короче, ну как бы твой, ну как бы мой. О, я тебя вижу, Савчик, здорово! Мы нашлись, кажется. Салам алейкума! Ну что ж, Савчик, ты тут прокопал тоннель, ничего не нашел, а я буду по тактике рыть чужие тоннели. Я буду просто вокруг Савчика вот так вот рыться. И по-любому чего-нибудь копаешь. Блин, да что за фигня? Реально, как-то вначале повезло, а сейчас что? А сейчас, что за приколы? Я думаю, что сейчас вот еще немножечко, и мне как мегаящик какой-нибудь выпадет, как я только что кирку выронил. Я не понял. О, мегаящик! Да блин, да как так-то? Ну каким образом? Почему мне это мегаящик, Савчик, меня реально догнал? А ты ящики собираешь, нет? А что? Не, я не собираю. Мегаящик. Да в смысле, Барли? Савчик, я кое-что придумал. Я собираю этого Барли, и если вдруг тебе выпадет... Стоп, там были когти ворона? Что? Что? Мне спайк выпал. Тебе лего выпало? Ты сейчас серьезно? Да ну нафиг, да каким образом? Да! Это вообще чистая победа Савчика, уже начинается какая-то. Офигеть! Игра перевернулась просто с ног на голову. Ты понимаешь? Или наоборот? Да, именно так. Савчик, у меня к тебе предложение. Если вдруг тебе попадется 2 одинаковых бравлера, то мы с тобой можем сделать обмен. Я тебе Барли, а ты мне какого-нибудь другого бравлера. Хорошая тема, так хорошая. Так будет честно, я считаю. Ну а мы так уже делали. Как-то раз мы снимали такой видос, кстати, там набралось очень много лайков. Это я вам подожди, а у тебя обычный Барли или красный? Погоди, у меня секрет. Сейчас, подожди, секрет. Я хотел так найти ящик какой-нибудь, но я ничего не вижу здесь абсолютно. У меня 2 обычных Барли, красного я не находил. Чё нашел? Большой ящик. Да фу ты, блин, нифига не есть. Есть, хорошо. Я уже думал, что тебе сейчас из большого ящика еще кто-нибудь выпадет классный. Но не тут-то было. О, мелкий ящик. Ну из мелкого-то, ну конечно, только броня Феникса падает и все. Ну Феникс мне не интересен. Хотя это круто. Не, знаешь, вот большие ящики, это прям реально какая-то ерунда. Да вообще ерунда в больших ящиках. Кажется, тема только лежит в мега-ящиках. Там у нас бравлеры, там у нас гаджеты, там у нас... пассивки. Кстати, ни разу не выпадала мне пассивка. Опа, что за дела? Опа, мегаящик. Да как так-то? Ну вот нафига? Стоп. Подожди, так это ты туннель прокопал! Кажись, может быть, погоди. Чё я нашел? Бежим! Ты дурак! Тихо. Фу, я уже думал, ты реально дурак. И все, что ли? Это все, что она взорвала? Это что такое? Я думал, сейчас этот динамит как взорвет здесь все. Короче, ладно, тогда будем
Ладно, тогда не будем эти кидать. Ну вот нафига они мне тогда нужны? Ну нафига? Я просто сломал мегаящик и все. Стоять. Владус, знаешь что? Тут было в мегаящике сюрикен и Леона. Ты что, Леона нашел, Савчик? Нет, это я просто старый сюрикен выкинул. Ха-ха, ну тогда ладно, ты меня пугай, ты меня не пугай. Так ладно, больше, пожалуйста. Ну что там у тебя? Понимаешь, прикол в том, что я нашел два ящика и все из твоих туннелей. Прикол, прикол. А я нашел второго Мортиса. Почему мне выпадает по два бравлера? Да я не понимаю. Мы можем с тобой чем-то обменяться. Если у тебя есть чем, мы можем встретиться. У меня нечем. Мегаящик, мегаящик, мегаящик. Да снова Макс! Ой, я не понимаю этого прикола. Ладно, мы ее тоже возьмем на всякий случай, чтобы, если что, обменяться с Савчиком. Но, ребята, это какой-то троллинг. Каким образом? Почему мне выпадают одинаковые бравлеры? Но, троллинг Владуса в реальном как времени. Здесь много сундуков. Мы здесь сейчас вокруг поломаем. Ой. И ничего не найдем, наверное, потому что я, скорее всего, нашел все сундуки, которые тут были. Ну как так? Ну как? Объясните мне, пожалуйста. Мега, а ты в самом низу копался? Я в самом низу копался. Я копался в самом верху. Я уже, по-моему, везде копался. Но это какой-то реальный троллинг. Ловушка. Ты понимаешь? Короче, нам нужен с тобой, Савчик, обмен по-любому. Какого бравлера тебе не жалко дать? Давай мне ты Спайка, а я тебе два других бравлера. А мне всех жалко. Ладно, чё, понял, тогда копаюсь дальше. Я уже иду по старой тактике, по старым тоннелям. Я нашел большой ящик, но в этом большом ящике, опять же, нифига. Почему тут не падают бравлеры с больших ящиков? Я не понимаю этого прикола, реально. Хотелось бы, чтобы выпал какой-нибудь лего с большого ящика. Чё? Ну ты, блин, сломал какой-то обычный ящик и тоже ничего нет. Ты чё меня пугаешь-то, Савчик, так? Я уж думал, подожди, есть мега ящик. Тут пушка какая-то. Да, чтобы выкинуть, чтобы пушка выкинуть. Пушка тикает. Я нашел. О, мега ящик! А я нашел спраута. 1-1, считай, Савчик. Капец, мы вовремя нашли. А, о, знаешь, кого я нашел? Интересно, что ты нашел? Гейла. Да ну нафиг, да ну нафиг! Блин, Гейла, это же вообще круто! Ладно, до Гейла я тоже хочу добраться. Опа, случайно большой ящик сломал. Ну, окажись, здесь кто-то уже ходил, потому что мы ископали, по-моему, весь куб. А у меня все еще не 12 бравлеров, нифига. Нужно бы посчитать, сколько бравлеров, но, в принципе, я и так понимаю, что мне еще много. У меня нету Спайка, у меня нету Ворона, у меня нету Гейла. У меня много каких бравлеров нету. И я уже не знаю, где копать. Если честно, потому что такое ощущение, что правда весь. Я нашел еще один сундук, но он обычный. Ну, может, там есть бравлер, посмотри-ка, а ну-ка, а? Нету только оружия от бравлера. Да, как так, да? Мне уже правда интересно, кто выиграет, потому что мы копаем. Че это? Че-то я сломал. Че-то. И это большой ящик. Да как? Он меня капец как испугал. Я уж думал, что это, блин, мега ящик, потому что там были какие-то желтые частички. Я думал, все, хана, сломал мега ящик. Тогда я сейчас пойду по тактике наверх. Просто буду потихонечку подниматься. Я думаю, что наверху мы вообще редко копались, Савчик. Ну, по-любому, все же внизу, все же знают, что. Да, мы вообще никогда наверху почти не копаемся. О, большой ящик нашел. Че я? Большой ящик, и что там? Да, мины одни. Кто? Мины одни. Мины? В большом ящике? Чё? Да. Блин, вверху тоже нету, тут просто вообще ничего. Ладно, тут я есть ухожу, вот старый я ухожу, сейчас будет взрыв. Как так-то? Подождите, как так-то? Ну хоть что-нибудь, ну хоть что-нибудь. Ты чё там взрываешь, Савчик? Стены. У меня уже сейчас кирка сломается. Есть, есть, есть. Есть! Чё? 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 Джеки! Джеки плюсом в копилку! Так, гаджеты выкидываем, это все выкидываем, это все выкидываем, это все выкидываем. И Джеки, чем мы с вами забираем. О, да! Наконец-то продвижение пошло. Теперь кого, ответственный кого момент. Джекича? Нужно поставить эндер-сундук и сюда скинуть лишних бравлеров. Например, Мортиса, например, Спраута, естественно, Джекича. Ну и думаю, опять что Барли Владус, и Макс ящик. Я оставлю, чтобы, если что, поменяться с Савчиком. Ну вот и чё толку? Я вырылся в этот же данж. Капец, вообще, такое ощущение, что вся карта уже поломана, поломана, поломана. Есть, 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 есть. Хоть бы не тот же бравлер, хоть бы не тот же бравлер. Давай, чё давай, там, давай, чё давай. Там, чё там, ещё нашёл ящик, что ли? Да, Дэрил, отлично, забираем. Так, скорость, ну скорость я думаю не буду брать, потому что, хотя, может быть, одну скорость-то мы можем.
бахнуть, чтобы так сказать. А у меня есть Дэрил. Для уверенности. Все, теперь мы чуть-чуть быстрее бегаем. О-о-о-о, большой ящик. Ой, точнее, обычный ящик, и здесь какая-то фигня, реально. Летучая мышь Биби. Что? В смысле, летучая мышь? Это же бита Биби. Окей, кольчужные ботинки. Короче, какая-то зеленая странная бронька, я ее брать не хочу. Наверное, она идет к какому-то скину. Опа! Еще один мега ящик. Блин, я правда надеюсь, что там какой-нибудь новый. Чего там? Можно не говорить, Савчик? Можно как-нибудь? Нет, надо можно... говори! Можно как-нибудь? Ну, просто я вот его надену, да, на себя вот так вот. Раз, два, если уж заикнулся, три, то продолжай. Четыре. И буду Леоном. С кем? Да-да, Савчик, где выпал Леон? Наконец-то, тоже Лего. Офигеть! Так, я, короче, хочу реально взять другую тактику. Я играл по тактике выбраться наверх, но я выбрался в какой-то чужой тоннель. А может быть, в свой тоннель, я не знаю. Но тут ящиков дофигища и больше. Наверное, все-таки здесь я был в этом тоннеле. Погодите-ка, стоп, стоп. Каким образом там был неоткрытый мегаящик? Че? Подождите, мне это кажется или... Серьезно? Тут кто-то спускался вниз. Серьезно? И мегаящик был прям под ним. Спраут. Так, смотри. Значит, Спраута я забираю, потому что Спраут — это повторяющийся бравлер. Он у меня уже есть. Но, Савчик, я тебе могу его предложить, если ты, например, дашь мне Спайка. А? Давай. Стопэ. А у меня так. Есть Гейл, Джин, Красный Барли. Джин, Красный Барли. Да ну нафиг. Савчик, Савчик, знаешь, твой джин мне больше не понадобится, потому что я только что нашел своего джина. Та-да-да-да-да. А ты офигел? Я не офигел. Тут реально везуха какая-то. Это что, тактика работает, что ли? Да ну нет, нет. Красный Барли. Сразу же Красный Барли, да ты офигел? Да что происходит? Да я сам не знаю, Савчик, что происходит. Я нашел какую-то нычку, кажись, сундуков, ящиков. Так, погоди, Макс, мы полностью оставили Красного Барли. Так, Майнкрафт, можно мне, пожалуйста, тоже такую же нычку? Мне кажется, Майнкрафт тебе эту нычку не даст. Я тут реально дофига ископал, хотя ты тоже. Но почему-то сейчас повезло, вот дико повезло, я нашел реально прям залежи мега ящиков. Я не знаю, как это по-другому назвать. Их здесь очень много. Раз, два, три. Три мега ящика и еще один большой ящик, просто офигеть какой-то. А просто. Мне просто везет на эти большие ящики, одни большие ящики, вот да это жесть, мне? Жалко, что из больших ящиков не падают бравлеры. И вот если бы падали, мне кажется, Савчик бы меня уже давным-давно победил. И тут большой ящик был под мега ящиком, что происходит? Почему так много? Жесть. Так, я думаю, что эту территорию нужно всю ископать, вот прям всю-всю. Огроменную территорию я здесь выкопал, но нашел всего лишь один мега ящик. Что там? Гейл! Но, блин, где мой Спайк, например? У меня нет Спайка, хорошо. Это было, прикиньте, буквально на самом верху. Я сейчас хочу расположить всех моих бравлеров и посмотрим, сколько я их нашел. Савчик, жду тебя наверху. Вот таких бравлеров нашел Савчик. Капец, ты нашел ровно половину бравлеров. 6 штук, и осталось тебе еще буквально тоже 6, Савчик. А ты куда там ушел, я не понял. Я здесь, а. Смотри, сколько нашел я. Просто 3 не хватает. Каким образом, я не понимаю. Так на тебе же еще один. Естественно, которого я сейчас сниму и поставлю вот сюда. Итого, я не нашел Беа и не нашел Спайка. Ворона. Как так получилось? Ворона? 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 Погоди, у нас есть ворон, а где для него тогда стойка? То есть у нас 13 бравлеров. Это что получается? Нужно сделать второй такой видос. Ну получается. Но только если вы поставите прямо сейчас 10 тысяч лайков на этот ролик. Я жду ваших лайков, ребята. Надеюсь, вам этот ролик понравился. И прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы следующий такой ролик не пропустить ни в коем случае. Он будет еще интересней. Бравлеров будет еще больше. Подписывайтесь прямо сейчас и посмотрите предыдущее видео. А мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Пока.